С рабочим визитом в Мурманск прибыл Владимир Булавин, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе. Он проведет совещание в региональном правительстве о выполнении в Заполярье майских указов президента. Также посетит областной перинатальный центр, строящийся детский сад и корабль Северного флота в Североморске. В прошлый раз полпред президента был в Мурманске в конце июня прошлого года.